Петрецкий Анатолий, команда Голосеева. Ну, сегодня что-то вот не задалось, да, плохой сбор, как ты вначале говорил, сказал 28, но на самом-то деле игра получилась очень даже ничего. И вы хороший дали бой команде Ридерс, топовой команде турнира. Твои комментарии по поводу матча, что, возможно, можешь выделить среди игроков? Что могу выделить, то, что мы вот разбалансированные, почему-то бежим одни. Одного игрока накрываем, кукурузу охраняем, там по одному никого нет, извините. Ну, а если мы играли один в один, так как мы договаривались с ромбом, мы бы не пропускали такие голы, ну, легкие, скажем, свои забивали и так дальше. Когда включали, да, абсолютно не страшный соперник, абсолютно забили пару хороших, даже очень голов, таких мини-футбольных, скажем. Вот. Еще кучу моментов не забили. Это все потому, что я же говорю, ну, тяжело собраться, вот не сбор. Еще бы было, ну, на две четверки, думаю, было бы легче. А так, несколько ключевых еще игроков не было по прошлой игре, даже с Ужгородом не выиграли подряд, хорошо играли. Уже чуть-чуть втянулись, турнир уже легче, намного, уже немножко, все равно появляется какое-то понимание, я говорю, вот даже пару забитых голов. Можно играть со всеми, в принципе, не сказал бы, что мы, я думал, мы будем хуже тут выглядеть. Можно играть, но сами виноваты, потому что не собираемся. А так, пацанам хочу сказать спасибо, все равно бились, все равно старались, там это немного и кричали на поле, но такой эмоции, потому что хочется сыграть лучше, не получается. Вот. А у ребят вот хороших, там 10 номер выходил технично, если надо было аккуратно один в один играть, подстраховывать друг другу то, что мы не делали. Если бы делали, было бы намного лучше. А так, все, в принципе, я доволен игрой. Ну, действительно, не пустили 20 штук, а сыграли 7-5, ну, и могли, я же говорю, еще забить. Я думаю, может, даже там вытянули бы на ничью, сыграли пока сконцентрировали. Быстрее бы включились, да. Но я желаю вам, во-первых, хорошего сбора. Спасибо. И еще в будущем. Спасибо. Спасибо за интервью. Спасибо.